Всем привет! С вами канал Артмания. Димочке у нас 3 года и 9 месяцев. И вы представляете, он сегодня спал в обед без памперса. Второй раз и не обсихлся. Представляете? Спал. Хорошо спал. Сегодня особенно. В прошлый раз не очень так вроде поспал. А в этот раз хорошо. Даже соседи, наверху соседи шумели дрелью. А Димочка спал и не обсихлся. Сухой проснулся. И что ты за это хочешь? Чупс. Чупс? Но мама сказала, чупс не дам, дам конфету, да? Да. А ты мне что ответил? Завтра чупс. Ты мне что ответил? Я выберу сам. И у нас вот тут остался мешок с Нового года. Нет, сиди, сиди. Ну лезь, ладно, выбирай. Сейчас полез. Выбирай, выбирай, хорошенечко. Вот этот я хочу. Он его еще достал в прошлый раз. Угу. Среди, представляете, всех вот таких обалденных конфет Дима выбрал именно эту. Ну все, ты ее выбрал, да? Вот. Ты ее будешь кушать, да? Пойдем на кухню. Пойдем на кухонку. Заодно посмотрите, как у нас тут стало красиво. Да, как у нас классно стало тут. Хлебушек уже испекли. Клади ее вот сюда. Или держи ее, давай, подожди, вот так, держи ее, держи, вот тут держи пальчиками, вот тут держи. Сейчас эти ножнички мы ее отрежем. Ай, подожди. Все, дальше открывай сам. Открывай ее, вот тут она. Она восстанет. Ну покажи, покажи, как ты ешь ее. Вот, и Дима получает конфетку. Какая вкусная. Она вкусная. Она вкусная, правда. Она очень-очень вкусная. Да, Дим? Лимоном. С лимоном. Да, наверное. Да. Она с лимоном желейная. Только. Она действительно очень вкусная. Это из подарка новогоднего. Дед Мороз принес. Мы по чуть-чуть вот-вот едим. Да, Димочка? И Дед Мороз принес такой вкуснятельный. Да. Дед Мороз. Дима, видите, запросил. За то, что он не пописал, старался же не писать. А вчера Дима у нас получал чупа-чупс. За то, что себя хорошо вел, да? Дима вчера ходил гулять с бабой Лилей. Хорошо себя вел, хорошо шел по улице. Они его часто балуют, берут на руки. Он поэтому балуется все время. Хулиганит, падает специально, чтобы его взяли на руки. Со мной-то он более-менее. А с ними так всегда. Все, ты теперь... Надо ручки помыть. Вот так вот, да? Вкусняшки получает мой малыш. Еще сонный такой. Сонный такой, Козявкин, да? Сонный. А тут у нас хлеб. У нас сегодня хлеб с укропом. Не знаю, или укроп, или петрушка. По-моему, там был укроп, но похоже на петрушку. Немножко там с темненькими точками. Такой вот обалденный хлебушек. Классно. Пахнет ароматно. Да, сына? Все, выкидывай. Пойдем, сейчас руки помоем. Димочка, мы тут слоги повторяли. Ай! Куда он закатился? А, ну, ладно, потом достанешь. Повторяли с Димочкой здесь слоги. И у нас слог выпал на букву, на слог ВУ. Да? Мы там БА, ТА, ТУТА повторили, да? ВА, потом ВУ. Я думаю, какое же слово сказать ребенку на слог ВУ? Думала, думала. И пришел мне в голову вулкан. А ребенок не знает, что такое вулкан. И я думаю, надо ему как-то показать. Да? И нарисовала. Вулкан. Да? Ну не надо мне тут сейчас все расчерчивать. Не надо. А хочу тебе вазочку рисовать. Не надо мне тут больше рисовать. Хочу вазочку тебе рисовать. Вот и получился вот такой вот симпатичный вулкан. И тут мы еще подписали вулкан. Да? Потом я предложила Димочке нарисовать самому. Вот он уже почти нарисовал, да? Ну вот он дымится, да, и все улетает тут. А это мышка у него тут такая. Мышка. Это что такое вот это большое? Хвост. А, это хвост. Угу. А вот это? Вот это? Да, вот это вот что такое? Лапка. Лапка? Одна, что ли? И он другая. Давай, дорисовывай. И деревья. И он другая лапка. Давай, деревья. Будешь рисовать? Буду. Деревья.
Вот так с Димой мы занимаемся каждый раз. Если приходит какое-то в голову слово со слога, мы потом вот так его рисуем. Только она вот здесь. Хорошо. Правда, если честно, мы не занимались уже давно. Пока был ремонт, мы что-то... Да. Все? У тебя получилась вот такая, да, картина? А у мамы другая, сейчас покажем. Все вместе. Это выглядит вот так. Ну, Зима тоже, кстати, неплохо. Чуть-чуть подрисовать. Да, Димуль? Да? Да. Мышка. Мамина мышка. Будь здоров. Че ты тихаешь? Холодно, что ли? Замерз? Нет, теплые ручки. Тихо. Да, сегодня вот у нас с тобой вулкан, да? Тема про вулкан зашла. Сейчас я еще книжки посмотрю, поищу. Давай, посмотри, порисуй пока. Отдохни, порисуй. Мы уже повторили с ним буквы все. Все буквы Димочка помнит. Хотя мы занимались в последний раз, конечно, давно, неделю, месяц, наверное, назад. Пока был ремонт, мы вообще не занимались. А так, я чуть-чуть повторили. Ставку пока. Я тебе. Давай, давай, рисуй. Тут на слона, кстати, похоже. Хобот как будто. Тут вот глазик, а тут ухо как будто. Дима пошел. Ёжик. Надо было ёжик посередине делать. Колючий. Ой, пошел. Кровообращение улучшает. Дима будет красивый, прекрасивый, умный, приумный. Ёжик. Вот. Молодец. Ох, как красиво ты смотрится. Ножки такие сладенькие. И Модди. Да. Молодец. Давай так же. Я вот так. Нет, как ты шел сейчас? Вот так. Вот ручками Дима решил. Таракашечка мамина. Что за таракашка здесь живет у меня? Здравствуй, таракашка. Здравствуй, милая. Тараканечка.